Тема его выступления посвящается предстоящим выборам. Законом предусмотрены обязанности каждого депутата регулярно встречаться с избирателями. Так поступает большинство коллег. Партии на своих традиционных акциях также пытаются донести до граждан свои программные и текущие цели. Это особенно важно в предвыборный период. Однако по какой-то причине эта логичная и установленная норма закона не устраивает не всех. На фоне того, что со всех экранов телевизоров, официальных интернет-источников и печатных изданий нам сообщают о предстоящих наичестнейших выборах, для чего не пожалели даже весь руководящий состав Центральной избирательной комиссии, отправив их в отставку, мы видим, как силы административного подавления инициатив депутатов и населения включаются на полную катушку. Возникает подозрение, что получить поддержку многие представители власти могут только заткнув рот активистам нашей партии. Так, один из активистов Компартии в Новороссийске подвергся уголовному преследованию за повреждение цветочного горшка работницы администрации города. Уголовное дело, конечно же, развалилось, но на встречу с мэром города он не попал. В Сочи наш активист Алексей Горячкин, помощник депутата Госдумы, был задержан сразу же после проведения протестного собрания жителей, изначально за то, что снимал на видео действия полиции по разгону собрания, что впоследствии было искусно доведено до обвинения в сопротивлении полиции, и все первомайские праздники его продержали под арестом. В Краснодаре за неисполнение указания полиции убрать лозунги с требованием отставки мэра города Анатолия Явланова административному преследованию подвергся член бюро Краснодарского крайкома КПРФ и один из руководителей территориального отделения Союза советских офицеров Александр Габелия. Как только участники первомайской демонстрации развернули лозунги с требованием отставки мэра, на пути тысячной колонны появилась группа из представителей близкого к мэрии фонда «Социальная справедливость». Полиция, не вмешиваясь, наблюдая за произошедшим столкновением масс людей. Сотрудники городской полиции и даже члены муниципальной избирательной комиссии, советники безнаказанно участвуют в хулиганских действиях по срыву пресс-конференции депутатов от КПРФ. Свежий пример из Вологды. Там 10 мая на несколько часов сотрудниками ФСБ был задержан член КПРФ, активист движения «Антиплатон». На квартире был произведен обыск, изъяты все материалы, касающиеся нарушений в работе системы «Платон». На следующий день в Вологде было совершено вооруженное нападение на сторонника КПРФ, представленного для включения членом территориальной избирательной комиссии с решающим голосом от КПРФ. Один из руководителей Вологодской общественной организации «Защита», отстаивающей интересы граждан в системе ЖКХ, Олег Куницын, был дважды ранен и после операции сейчас находится на лечении. Происходящее в Москве также не оставляет никаких сомнений, что в планах московской мэрии места для честных выборов нет. С упорством, достойным лучшего применения, вот уже около 2 месяцев организованной массовкой срываются встречи депутатов Государственной Думы с населением. В московскую действительность возвращаются приемчики из лихих 90-х, когда можно было безнаказанно на глазах у полиции совершить практически любое преступление. На юго-востоке Москвы полиция не вмешивается даже тогда, когда группа организованных молодчиков в буквальном смысле выносит депутатов со встреч с избирателями, ломает звукоусилительную аппаратуру, организуется забрасывание металлическими предметами участников встреч с балконов или из окон. Листовки без выходных данных стали нормой. Может быть, в глазах Единой России по проведению честных, в планах Единой России по проведению честных выборов есть место и для нападения на депутатов Госдумы, приходящих на публичные слушания. Я лично около года жду информацию о возбуждении уголовного дела по факту нападения на меня и на моего помощника. Оба они произошли при обсуждении планов планировки территории при огромном стечении жителей. В первом случае оно было совершено сотрудником управы Ломоносовского района, а во втором сотрудником ЧОПа без опознавательных знаков на глазах у генерал-майора, начальника управления полиции Западного административного округа. На мой устный вопрос по горячим следам,
Что за молодчики орудуют в здании проведения публичных слушаний и почему полиция не вмешивается, он лаконично ответил, что он ничего не видит. И это при том, что находился в 5 метрах от места нападения на участников слушаний и смотрел на них в упор. Или, может быть, подготовкой к честным выборам надо считать избиение молодого врача-педиатра также людьми в ЧОПовской форме на глазах у полиции под запись видеокамеры при столкновении с протестующими против строительства дороги 35-38 в районе Раменки. На мой депутатский запрос по этому вопросу я также не могу получить квалифицированный ответ не первый месяц. Я даже готов предположить, что побоище, устроенное полицией Москвы по указке чиновников на Пушкинской площади 15 декабря на месте проведения встречи депутатов с избирателями по вопросу платных парковок, тоже может расцениваться чиновниками как подготовка к честным выборам. Вероятнее всего, при этом, что разговоры о честных выборах имеют в виду так называемые праймерис «Единой России». В прошлый раз мне не дали проголосовать в собственном микрорайоне только потому, что, по словам членов комиссии, в списке были включены только самые активные жители. Депутат, имеющий более 200 тысяч голосов, избиратель за собой не является активным жителем микрорайона. Сегодня организаторы праймерис называют дату 22 мая единым днем голосования, подменяя тем самым по смыслу единый день голосования, установленный соответствующим законом 18 сентября. Одновременно поступает информация о проведении в столице дебатов и встреч жителей с участниками праймерис по пригласительным билетам, то есть среди специально подобранных участников. Кого, зачем там собирают? Ответа нет. Я уверен, если «Единая Россия» действительно хочет честных выборов, она немедленно должна пресечь шельмование избирателей в этой части. У меня в руках находится газета с логотипом хорошо известной москвичам газеты «Правда Москвы». Авторы статей беспощадно, хлестко критикуют руководство Московского горкома КПРФ за неудовлетворительное руководство. Наверное, следует задаться вопросом, что это? Принятая у нас в партии самокритика конструктивная? Нет. Это фальшивка. Фальшивка, в которой авторы статей, демонстрируя полное невиданное слабоумие и убогость своей же фантазии, делают далеко идущие выводы на основании этих фантазий. Подписана эта фальшивка в 17:00 1 мая в красногорской типографии, как это следует из выходных данных, которая, конечно же, не печатала эту газету. Я хочу напомнить, что в предыдущие выборы в Московскую городскую думу против абсолютно уважаемого человека большинством москвичей Николая Николаевича Губенко. Сейчас он заместитель председателя Московской городской думы. Против него использовались массовые тиражи в каждую квартиру подобных фальшивок. И ни по одному заявлению не было проведено исчерпывающих следственных действий и не найден ни один виновный. Если и сейчас по поданным нами заявлениям, по всем перечисленным мною фактам, не последует никаких реальных действий и не будут наказаны виновные, я считаю, что разговора о честных выборах 18 сентября нашей проправительственной партии, составляющей большинство в нашем парламенте, просто не следует вести, и это будет ляжет черным пятном на действия партии по подготовке к выборам. Спасибо за внимание.